Народ, привет! С вами снова я, училка физкультуры в Эмиратах. И сегодня я совершу такой крутой поступок. Я пойду и съем шаурму. Не, серьезно, сейчас смеетесь, но почему-то у людей в наших странах СНГ шаурма ассоциируется с какими-то, наверное, котятами, собачатами, отравлениями. На самом деле все это неправда. Шаурма – это вкусное блюдо из мяса, из курицы, из барашка, из говядины, которое приправлено салатами, которое завернуто в лаваш, и оно вкусное. Просто так повелось, что в наших странах почему-то люди пытаются подсунуть тухлятинку. А везде, где мы пробовали шаурму, в Турции, в Египте, в Эмиратах, это вкусное национальное блюдо. Сейчас вот пойдем, попробуем, я все расскажу вам, все покажу. Ставьте лайк, пошли есть настоящую вкусную шаурму. Смотрите, возможно, тут еще и часы продают, класс. Вообще просто магазинчик только открылся, точнее кафешечка. Такой дизайн просто потрясный. Такие... пуговички, тарелочки. Просто здорово. Заказали шаурму, куриную. Сейчас ждем. Ну что, вот у меня в руке заветная шаурма. Купили мы ее за 7 дирхам. Это меньше $2. Вот, сейчас мы ее развернем. Видите, лавашек. Салфетки нам тоже дали. И смертельный номер, я пробую шаурму. Кстати, вот мы уже видим, тут и салатик, помидорчик, и огурчик есть. Кстати, куриная шаурма, говяжьей не было. Это очень вкусно. Еще перчик. Положили, смотрите, здесь перчик, по-моему, лучок, помидорчик, огурчик. Курочка очень вкусная. И лавашек, просто класс. Знаете, очень... рекомендую для перекуса. 7 дирхам, в принципе, нормальная цена. Но если мы вышли на улицу, можно было купить от 2 до 4 дирхам. Что я часто и делала, когда приехала первый год здесь. Ну, сейчас предпочитаю готовить уже рисик такое, мяско. Вот, так что будьте в Эмиратах. Во-первых, попробуйте шаурму обязательно, потому что это национальное блюдо. Во-вторых, потому что она здесь вкусная, и у вас нет риска отравиться. А в-третьих, сэкономите семейный бюджет. Ставьте лайк, подписывайтесь. Приятного аппетита!